Я вообще не из Москвы. Я приехал совершенно случайно в командировку, и так совпало. Скажите, а в вашей жизни были какие-то вот чудеса, связанные со святителем Николаем? В моей жизни были, может, я не знаю, с кем они связаны, но было одно. Вообще не в стране, в Берлине собирался улетать из него на Канары, и там перед аэропортом со мной случился вещь такая, которая в России не лечится. И то есть там меня как бы спасли. Я через 2 недели уже ехал за рулем автомобиля домой. Поэтому после этого я стал верить. Причем верил и до этого, но тут особо с большей силой, так скажем. Ну, я съездил в Израиль, и теперь я вот как бы таких мероприятий стараюсь не пропускать. Я шла на операцию, сердце мне оперировали. Мне тоже были. И я зашла в храм перед операцией. В 5 часов вечера ложилась в больницу. На утро мне операцию должны были делать. И сказали, возможно, будет сильно сложно. Я, конечно, очень просила Николая Угодника. Плакала, просила. На утро мне делали операцию, она настолько была легкая. И так все благополучно закончилось. Вот, слава Богу, уже 8 лет. Николай Чудотворец спас от суда и от тюрьмы. Прочитал историю за него, житие его. Вот, и читал молитвы ему. Угу. Да, и на суде прокурор подошел и говорит, в мае будешь дома. Так и случилось. Вообще, Николай Чудотворец мне всегда помогает. И я даже как бы не помощь, а просто поблагодарить, ну и попросить, как бы, чтобы все было хорошо. Я верю, и вера мне всегда помогает. Веру во мне еще с детства родители привили, поэтому каждый день какое-то чудо происходит. Допустим, там ждешь звонка от мамы, она не звонит очень долго, ты начинаешь переживать, там 2-3 часа прошло. И ты обращаешься к Богу, буквально через 5 минут, как бы сразу звонок. То есть, ну, такое, как бы мелочь, но бывает. А так вот постоянно, чудо постоянно. То есть я не боюсь даже ночью, как бы я просто работаю фотографом, и ночью приходится возвращаться в мероприятие. Я не боюсь, потому что со мной всегда вера и Бог. Ну, Николай Угодник во всем помогает. И чтобы здоровье было, и чтобы, как говорится, во всех наших бедах. Многие довольны им, этим очень уважают этого угодника, поэтому мы пришли ему поклониться. Иной раз вот подумаешь о чем-то, и вдруг вот помолишься Богу, Николаю Угоднику, приложишься к иконе, и это исполняется.